Приветик, не спящие, все остальные любители начинать тихо. А почему оно не... Понятно. Значит, вот так и вот так. Что происходит? Угу. Ладненько. Я вроде вернулся. Так, мне будьте любезны траки тогда. Сразу. Тоже все забираю. Ушки, колеса не нужны. Дрын, запасное ядро. Все. Я поехал. Только надо приодеться. Две электромагнитки. Как мило со стороны игры дать мне на старте две электромагнитки. Просто великолепно. Ну и, конечно, конечно, алярм-трапы. Куда же мы без них? И администр... Собачий техник. Какая же ты сволочь. Какого хрена он сидел там? Сразу. Со старта. С самого начала. Ладно, они хоть взрываются. Ну, умирай. Вот и нет электромагнитки первой. Поехали. Ядро тоже пошло нахер. Замечательно. Прекрасно. Спасибо, игра. Да, еще и теплоотвод карапнутый. Замечательно. Просто прекрасно. Раньше я любил электромагнитки. Отчасти потому, что они делали веселые вещи. Особенно, когда критовали. Но! Теперь электромагнитки караптят вещи. И теперь я их не люблю. Потому что они все портят. И это просто мега отвратительно. А еще я нашел вот такое меню. Представляете? Да. Но об этом попозже. Я с геймпадом баловался и... Оказывается, оно вот существует, такое вот меню, да. Ионник мне дает игра и два ховера. Вот два ховера я заберу, если за мной раньше не приедут. Интерпретатор сигналов обойдусь. Легкий движок запасной. Пока что с траков слезем. Мы, наверное, их потаскаем в нашем невидимом хранилище. По сути... Это какое-то подпространственное хранилище, потому что вес, который вот у нас в хранилище есть, он почему-то не учитывается. Это необычно. Хотя, возможно, он уже прописан как вес самой платформы. Так, ну, мы на ховерах, и мы даже таскаем 7 из 12. Это, в общем-то, здорово. И мы теперь даже быстрые 50%, 53% шанс увернуться. Где ты? Ну и где он? Вы же все вместе видели его вместе со мной. Какого? Чё он не идёт? Куда ты прёшь-то? Ну, наконец-то он меня заметил. 10 тысяч лет не прошло. Заходи давай. Я... Карабну тебе все, что можно. А, да-да, конечно, да. Украсть надо, украсть срочно, свистнуть запчасти. А то чего это они лежат тут без присмотра? Скотина. Ладно, живи пока. Это все херня. Нет, коллайжен мне не надо. Коллайжен. Коллижен. Как-нибудь попозже. Заколизимся. О! Приветик, техник. Ну что? Далеко убежал? А ну стоять. Я тебе сейчас такую тревогу вызову. Тварь. О, броня. А мы потянем броню? 7 на 12. 10 на 12. Мы броню тянем. Мы на ховерах с броней. Офигительно. Я бы даже сказал, шикарно. О, медиум лазеры. Так это ж прекрасно, нахер это говно. Медиум лазеры. Медиум, ну ладно, второй маленький, но сойдет, я думаю.
клешня для копания. Ну, как-то не очень нужно. Так, о, два наемыша. Ну, давайте, давайте в проход по очереди. Испытаем на вас наши новые лазеры. Куда они делись? Видать, тоже в обход пошли. Либо не заметили меня, что было бы чертовски странно. Доступ к лестницам. Будьте любезны. Понятно. Этот терминал сегодня не для нас. Не для нас. Это что? Как там запчасти на клавиатуре? А. Сканер местности. Не особо интересно. Кстати, а... Процессор материи, да? Хер с ним. Что-то еще у вас есть. На первых уровнях надо по максимуму запастись запчастями. Потому что потом будет жопа. Поды для материи мне не особо нужны. Здесь пусто. Может быть, здесь есть чего-нибудь интересненькое. Снова под для материи. Под для материи. Наемыш. И транспорт. Ну, транспорт это интересно. Там могут быть прикольные штуки. Вроде вот таких вот ионных движков. Кстати, я его даже заберу. Потому что наш ионный движок в говно. Ну, ладно, он не в говно, он нормальный, но... Но он слишком слабенький. Легкий. Облегченный движок мне не особо нужен. Уже бежит, бежит воровать. Ай-яй-яй, как так? Движок заменили. Не по плану. Не по плану. Че он? А! Ну привет. Увидел меня, да? Ух, нихера себе ты. Скотина, конечно. Быстрая. Ну и ладно, ну и не надо. Че это у вас тут за сборище? Парад устроили. О, техник, я тебя нашел. А ты знаешь, что это значит? Это значит, что я снесу дверь лазером. О, терминал. О, скотина. Да-да, ты меня увидел. Вау, какое событие. Ты решил посмотреть поближе? Пожалуйста, наслаждайся. Визуальный процессор, сенсоры, облегченный движок, интерпретатор. Ничего из этого мне не нужно. Терминал, терминал. А покажи-ка мне лестницы. Ну покажи. Ну чего ты покажи? А нет. Ой. Цепанули тревогу. Надо прятаться. Структурный сканер. Херня. Мы спрячемся здесь. Привет, серф. Чё, как дела? Как тусовка? Чё-то он тут постоял, постоял и уехал. Странный. Ладно, вроде нас больше не ищут. Ну, может быть и ищут, конечно, но... Ой, нашли. Давай ближе. Ты только меня увидел, что ли? Ты чего? Такой странный. Эй, ты куда? Ему выбило оружие, видимо. Он тепленький. Нагрелся. Ой, у меня перегрев. Надо самим немножко остудиться. Черт, ненавижу это сраное энергетическое вооружение. Такая, какой великолепный трек для лифта. Но что поделать. Оно долбит, и оно долбит достаточно хорошо. Пиу-пи-пиу. Ну что ж. Придется свалить немножко. Поехали отсюда. Итак, что нам нужно? Этого пока достаточно, этого достаточно. Больше утилити. Больше утилити, богу утилити. Нахер ховеры. Переезжаем на траки. Привет, техник. Мне не нравится этот забег, он какой-то говно. Изначально прям. Со старта. Сначала техников встретили. Потом понеслось. Прототип баллистика. О, да, детка. Улучшенная винтовка. Отлично. Отлично. Это броня?
Это броня. Еще и средняя. Игра подогревает. Ну давай, давай. Почему бы и нет? О, наемыш, ты меня видел? Ты меня видел. Подходи ближе. Не буду же я с тобой драться на таком расстоянии. Заодно испытаем нашу новую винтовочку. Пипиу. Нормально. Она убивает, и ладно. Скаут. 44%. Все еще 44%. Light Cannon. И трупер. Так, трупер. Давай ты трупнешься для начала. Заходи. Да не ты, трупер, заходи. Ворует, ворует уже. О да, о да. Отлично. Так, осталось свистнуть Light Cannon. О, детка. Две штуки. Отлично. Транспорт куда-то поехал. А, нахрен с ним. Скаут, иди в жопу. Ты меня не пугаешь. Лазер идет нахер. Light Cannon. Заряжаем. Терминал, терминал. Ну, как обычно. Лестница. Я тебя доконаю. Ладно, не доконаю. Гребаный терминал. Скотина, а не терминал. Система охлаждения. 22 тепла за ход. Рассеивает. А наша новая модная раковина для тепла 14. Что ж, выбор очевиден. На! О, привет, наемыш. 81%. Бэм! Бэм! У нас здесь еще и Defender. Что, решил пострелять в меня? Я тебе постреляю. Он мне броню ломает. Котина. Это херня. Я во что-то вляпался. Мне броню отрезало. Черт. Это была ловушка. Heavy Assault. Черт, да. 18-24 по сравнению с Heavy 12-18. Черт, нет. Я лучше запаску заменю. Да это же сканалайзер, который мне нахрен не всрался, вообще совершенно не нужен. Сколько я играю в эту гребаную игру? Кстати, я так ни разу и не добрался до выхода. Но тем не менее, мне ни разу не понадобился сраный сканалайзер. Он мне просто не нужен. Нахрена? Ты пытаешься, допустим, забрать какую-то классную штуку, да? Ты нашел там офигенный дрын какой-нибудь себе или кому-нибудь запчасть, и пытаешься ее клонировать. Но! Допустим, ты нашел сканалайзер, и такой, вау, круто, сканалайзер, охренеть. И пытаешься клонировать предмет. Успешно клонируешь, сохраняешь блюпринт. И спокойно себе идешь в ближайшие 4 этажа. Ну и, конечно же, вспоминаешь о том, что у тебя существует сканалайзер где-то ближе к смерти, когда никаких фабрикаторов, никаких сканалайзеров на этаже и в помине нет. И ты такой, ну круто, да. Так, серв. Давай ты не будешь воровать мои вещи. Легкий ионник, ионник, легкий ионник, колесо, сенсоры. Ну, флай-юниты мне точно не нужны, ховер мне тоже не нужны юниты. Это херня, скаут. Сейчас получит хлебальник, если вот эти ребята разойдутся. Если мы попадем, конечно. Да сколько вас тут? Ублюдки, мать вашу! Раки-то за что? Сволочи! Как они меня достали. И ни одного трака не оставили. Скоты. Просто вот скоты. Зато они мне там прототипов накидали. Нет. Ты идешь нахер. О.
Это тоже хорошо. Так, прототип энергетического вооружения. Сейчас будем пробовать. Давайте снесем для начала вот это и вот это. Это наш сетап. Прототип энергетического вооружения. Электромагнитный дробовик улучшенный. Замечательно. Это я даже выкинул. Система охлаждения. Добро пожаловать. В принципе, пока, наверное, все на этом. Ну, в плане рассеивания тепла. Я думаю, этого достаточно. Прототип энергетического вооружения. Сломанный Advanced Beam Cannon сломанная. Сломала мне систему охлаждения. Спасибо, твою мать. Спасибо огромное. Это именно то, чего я добивался. Да. Круто. Advanced Beam Cannon. Ну, 20-21 термический. Она будет накидывать там 68 тепла. И это как бы, ну, не маленькое количество, ни хрена. Ну, хорошо, давай. Возьму. Light Cannon. Вот это тоже я забираю. Так, это что? Транспортеровский куплер. Кстати. В смысле нет свободного слота? Есть у тебя свободный слот, хватит брать. Так, Reef Abilities не работает. Куплер Abilities никаких таких, ничего такого нет, да? Понятно. Ну, мало ли, может в игре есть какой-нибудь скрытый функционал, о котором мне не рассказывали, вот вроде вот этого меню. Так, это прототип движка. Надеюсь, он мне ничего не сломает. О, Heavy Ionic. Отлично, отлично. И трак. Как раз один, который мне был нужен. Надо бы еще наш починить. Ну да ладно. Этим попозже займемся. Ну, как бы, ну, нет. Еще и тревогу цепанули. Палить надо нахрен отсюда. Ну как вы отсюда? Сволочи. Давай с Beam Cannon'ом. 70-68. На! На! Эх, не попал. Ну, чё-то мне Beam Cannon не нравится. Хоть она нас и не греет особо, но... Чё-то она какая-то... Да. Ладно, могло быть и хуже. Какая интересная комната. Какая великолепная генерация уровня. Просто... 10 генераций из 10. Невероятно. Никогда такого не было. Что это? Фильтр материи. О, сканалайзер. Ну, и хрен с ним. Дефендер. Иди нахрен. Броня. Я что, в танки играю, что ли? Где эта скотина? Давай, ближе подходи, ближе, ну. Чё ссышь? Heavy Assault, кстати. Рассеивалка тепла. Пойдёт. Мне бы броню починить было бы, конечно, здорово. А тут еще и алярма где-то стоит. Прошли. Странно. Ладно. Еще одна лестница и еще один терминал. Ну давай, терминал. В принципе, он нам дать ничего особо полезного сейчас и почти не может. В целом, все полезное, что он может нам дать, это индексы машин. Ну, таких вот терминалов и разного рода других терминалов, которые вам нужны. Список того, что переносят транспортеры. Координаты лестниц, координаты гарнизонов. Координаты бренчи, хотя нет, гарнизон он вам не даст. Гарнизоны, по-моему, придется искать самим. Ну и всякая такая хрень. Oh no, hell no, твою мать, мы в дерьме. Это же чертово хранилище. Oh no. Ты повернешь куда-нибудь? Ладно. Хрен с тобой. От материи. Замечательно. Что в тебе есть? Чего там у тебя?
Докладывать о инвентаре, наверное, не надо. Есть шанс, что нас детектят. Давай сразу вываливай. О! О! Броньку прислали. Хоть и битую, но наша хуже. Вот для материи автоган. Автоган говно. Ну, ладно, он не говно, он классный. Но не для этого сетапа. Улучшенная разбрасывалка тепла. Особо сейчас и не нужна, тем более она сломана. Куда прешь, чертов скавенджер? Лучше уж цепануть броньку. Черт, как я ненавижу это место. Улучшенные ховеры. А сколько они нам дадут по тяге? Вернее, тяги. 7. Нет, ну этого недостаточно. Улучшенные и неулучшенные, этого очень мало. А этот гребаный терминал открывает только эти сраные ворота. Великолепно. Что ж ты такой живучий-то? Вот этот сразу пробился. Совершенно другое дело. Так, я вижу там какие-то вещи. Майнинг лазер, великолепно. Терминал. Может быть, ты покажешь мне лестницу сегодня? Может, все-таки покажешь? Вау. Целая одна. Вот она. Сшиби. Опа. Как интересно. Улучшенные траки, хоть и желтые. У нас они вообще наполовину красные были. Так что я думаю, можно и так походить. Компьютер теленаведения, великолепно. Это мы тогда выкинем. Класс. Привет, техник. Ауч, не попал. Так, это плохо. Надо текать отсюда. Нашелся! Ублюдок. Oh no. Defender, отстань. Defender, я тебе не нужен. Открой дверь. Надо же. Ух ты. Прототип энергетического вооружения. Интересно. Ну давай, подходи, гребаный Defender. Поиграем с тобой. Кто кого. И кажется, я выиграл. И что за прототип? Beam Cannon нам дороже, так что сбросим ее. Бэм. Плазма Cannon. 30-34. Что ж. Выбор очевиден. Beam Cannon пусть пока валяется. А я снял Beam Cannon, да? Я молодец. Блейд трапы. О, no. Черт, не хочу туда лезть. Но придется. Там, по-моему, по-другому не пройти к лестнице. Так, что тут у тебя, серф? Что ты тут нашел? Пропульсию защищать нет уж. Оп, транспортер. 54%. Маловато. Еще меньше. Что ж. Я считаю, что прототип просто великолепный. Интересно, попадем? Не попадем. А так? Он даже в упор не попал. Но это, конечно, мощно, да. В упор-то не попасть. Да-да, это... Стараться надо. Поехали дальше. Батарейка. Дефендер, ну какого хрена ты здесь делаешь? Ну или не делаешь. О, броня. Он оставил нам броню в наследство. Твою мать, гребаная лесть. Я не буду обходить. Идите в жопу. Я умею стрелять сквозь стены. Мне насрать. Я, конечно, не медоед, но настолько, что завалило. Бывает. И нам, кстати, снесло какой-то дрын. О, нет, это же Кэнон был. Твою мать.
Хотя нет, подожди, бимкэнон у меня в кармане. А, ну тогда все окей. А, нет, подожди, это же бимкэнон. Твою мать, это были... Были два кэнона. В общем, грустно. У нас еще и брони нет. Вернее, броня-то есть. Нету... другой классной штуки. Которая называлась рассеивалка тепла. Еще у нас corruption 7%. Он стреляет почему-то не туда, куда надо. Неужели так трудно стрелять вперед? Давай. Броня! Мать! Грёбаные обвалы! По-моему, легче было обойти. Хоть и через сражение. О, привет, техник, и пока. А я побежал. Еще два дополнительных ствола. Так, что мы потеряли? А мы потеряли многое. Дробовик, бимкэнон, ассалт райфл. Мы заряжены как надо. Осталось только найти траки себе. О, сканалайзер. Сканалайзер, отсканалайз ко мне кое-что. Нет. Так, пиш. Плазма кэнон. Отсканалайз мне плазму. Каналайз мне плазму. Давай. Нет? Понятно. Ой, иди в жопу, гребаный сканалайзер. А! Формер. Пойдем ли мы? Ну, чуть-чуть да. А тут нихера нет. Оп, траки армированные. Шикарно. Генератор щита, стабилизатор отдачи, сломанный серв. Стабилизатор отдачи, говоришь? Почему бы и нет? Дефендер. И он нас видел. Пусть подходит, раз видел. Ближе, ближе. Вот, молодец. А теперь лови. Рекойлер. Броня. Вот так-то лучше. Правда, у нас перегрев критический. Так что ну его нахер, я лучше здесь подожду. Мы, конечно, мощные, но одноразовые. Надолго нас не хватит. Ионная пушка. О! Пастух. Черт, я не помню таких ботов. Что он делает, интересно? Так, ионная пушка, 20-24 термический. Ну ладно, возьмем. На время. Дай мне лестницу. Дай лестницу. Да твою мать. Нам нужна броня. Сюда я точно не полезу. Пока что. Так, дробовик нам пока не нужен здесь. Слишком близко херачит. О, а вот это нужно. Плевать. Вот теперь дробовик нужен. Так, спрятаться или выстрелить? Спрятаться. Одной скотины меньше. Двумя скотинами меньше. Оверлоуд. Не надо нам оверлоуд. Что у нас там с теплом? Грустно все с теплом. Хранилище. О, да. О, да. Это нахер, наверное. 13-17. 13-17. Не особо много чего изменилось.
Второй рассеиватель. Что еще? Запасное ядро. Что ж ты так не вовремя? Нет, только не траки. Пошли нахрен тогда от меня. Ты смотри, окружили. Стало время ионной пушки. Перегрев? Нет. Мы вообще в порядке. Мы только без траков. Так ок. Будем ходить на ногах. Тогда. Раз траков не дают. 28-20. У нас перегруз. Херово. Ядро. Ядро, оно желтое. И вот здесь зелененькое будет запасным. Пойдем искать траки. Ух, ё-моё, это же Марксмен. Х-62. Пульсач, гауссовка. Улучшенное дейтериевое ядро. Две ноги. Система охлаждения. Также улучшенное. Визуальный процессор. Компьютер цельноведения. Анализатор ядра. И анализатор брони. Ну, заряжен он неплохо. Да. Что ж. Их там два. Давайте, ребятки. Кто кого? Не помню таких ботов, честно говоря, но заряжены они были действительно неплохо. Улучшенная система охлаждения. Анализатор ядра. Теперь это добро наше. Карбоновые ноги. Надо все менять. Анализатор ядра обязательно. Это нахрен система охлаждения. Эта гауссовка мне не нужна. Карбоновые ноги хорошо. Они нам не оставили, да? Полезных запчастей. Вот эту штуку надо тоже взять. Лучше обе. Надо менять ядро. Немножко ядро горит. Нахрен я сказал. Так, я надеюсь, за этим ублюдком есть что-нибудь полезное. И нет, там нихера нет, но тут есть дейтериевое ядро, сойдет. Так, карбоновую ногу мне, будьте любезны. Да, выкинь. А, это... Так, нормально. 29-36, вот и траки не нужны. Электромагнитный дробовик. Ну, возьму как запаску. Это обязательно. Компьютер целенаведения. У вас улучшенный стоит, окей. Движемся дальше. Лестницы, шикарно. Наконец-то мне выдали сраные лестницы. А что делает пастух, я, к сожалению, не помню. Но он вроде как синий. И не то чтобы очень опасен. Но тут есть лестница поблизости, так что я, наверное, пойду туда. Скорее всего, он просто палит. Меня. Другим. Улучшенные сенсоры. Трактор бим. Сканер местности. Херня. Так. Если это плохо, придется здесь зашукериться. И вынести дверь. Мы еще прохладные. О, привет, Defender. И пока. Ну, оставили нам херню, которую я даже брать не буду. О, да. Куда бы это засунуть, правда? Вместо вот этого. Информер. Что ты мне сделаешь, информер? Проинформируешь остальных? Не получится. Группа не информирует остальных. Хотя, и не факт. Ну, мусор. Даже брать не буду. Херня. О, терминал. Лак. Рассеиватель. Система уменьшения веса. Херня. Мы валим дальше. Утилити. Конечно, утилити. А теперь встает важный вопрос. Два чарджера или чарджер и броня? Наверное, все-таки второй вариант.
Так поинтереснее. Электромагнитный пульсач. Заберу как запаску. Окей. Что-то нет никого. Странно это. Какое-то затишье перед бурей. О, шок-трапы. Ну, шок-трапы это не так страшно. Как, допустим, те же блейд-трапы, которые просто отрезают запчасти. Это вообще... Да. Тут шарахается, но это вроде не кто-то опасный. Где лестница ближайшая? Не хочется нам показывать лестницу, не будем тревожить его. А то вдруг еще поднимет тревогу, а впрочем, тревога нашла нас. И нам тут же снесли дрын. Замечательно. Давай, подходи. Энергия. Не хватает. Ладно. Можно ионкой пока не стрелять. Да в смысле? А так? О, что ж ты за тварь-то такая? Да ты прикалываешься, что... Так, это издевательство какое-то. Отвянь. А-а-а! Слишком легкое ядро. Дейтериевый движок нам больше даст, и нет? Плюс 5-2. 7-4. Да, даст. Ладно, походим пока с ним. Чё это? Рекалибратор. Не нужен. Электромагнитный дробовик, добро пожаловать в строй. Да ладно, брось. Немножко переборщил. Самую малость прямо. Подождем, пока зарядится ядро. Там еще батарейка побольше встроенная. Да-да, конечно. О, энергетические фильтры. И что еще? Визуальные процессоры. Ну... Некуда совать-то вообще-то. Фильтр-то сам по себе классный, но совать некуда. Да и он нам нужен вообще-то. О, advanced траки. Но только одни. Модуль восстановления системы. 4% шанс стереть процент коррупшена. Охренеть. Микроактуаторы. Не очень надо. О, ремонтный терминал. Хакер. Херач отсюда. Кажется, я попал. Кажется, и ремонтный терминал мне уже не нужен. Да, ты джеки. О! О! 10.50. А ну-ка. Вряд ли ему нужно много энергии, но попробуем. 7.9, 6.3. Понятно. Понятненько. Ахер такие ядра. Информер. Блин, нахрен. Вирусы. Ну, давайте сразимся. Я их дробовиком калашмачу. Наверное. Сволочи. Маленькие твари. Взяли меня, сломали... Чарджер. Блюдки. Вообще надо оборудование снимать при таких приколах. Беречь, чтобы они его не выбивали, когда оно отключено. Система поглощения шока. 25% взрывчатки поглощает. Не. Неинтересно.
Да, лестница. Надо свалить отсюда. Что? ДСФ? Я не хочу в ДСФ, отстань. Нет. Фу. Так, это транспорт, а это маленький информер. Метка. Нормально. Еще одна скотина. Ладно, хрен с ней. Хотя, не хрен с ней, ладно. Прячемся за угол. О, зашибись. Нас хочет целая орда. Мы популярны! Конечно, нет энергии. Конечно. Откуда у меня в кармане втол? Когда я успел взять втол? Восемьдесят один. Не хватает на 99. 102. Нормально. Да какого хрена? Да ты издеваешься, что ли? Ну, да, да, зашибись. Офигительно. Все. Это какая-то жопа. Практически все карапнутое. Замечательно. Так, я забираю вот это. И вот это. Кто откуда ты здесь взялся? Advanced траки. Ну, видимо, придется ставить эти траки. В общем-то, все. Ну да, да, трупер, конечно. Метка! Походу приехали, да? Надо же, мы еще живы. Удивительно. Ой, траки дали. Клево. Видимо, транспортер развалился. Электромагнитный дробовик, это хорошо. Прототип. Assault Rifle. Сойдет. Ядра. Теплоотводы. Крапнутые сенсоры. Ну, пока сойдет. Кинакселератор. О, прототип ядра. О, 10-10, вот это уже лучше. Генераторы твердого света. Улучшенная система охлаждения. Вместо этой пойдет. А кто это тут у нас? Так, чего он нес? Херня. Заберем. Заберем. Херня. Так, более-менее. Сойдет. Броньку. Броньку. Так, вместо чего можно сунуть? Чарджер, фильтр, анализатор. Вот это вот все. Вместо ничего пока что. Будем искать лестницу. Потом сунем.
Lightning Gun, ну да, да, конечно. 16-18, спасибо огромное, не надо. Вау. Нихера себе ты дальнобойный. Из дробовика на таком расстоянии херачить. Это вообще, по-моему, флаг был. Подходить ты будешь, нет? Guardian. Хренов. Explosive Impact. Ничего, у меня лазерное вооружение. Улучшенная бронька. Отлично. Отлично. Только куда ее сунуть? А, вместо дробовика сунем. Больше брони, больше веселья. Еще одна броня. Вернее, броня. На этот раз тяжелая. И компьютер цельновидения, да? Нет, тут сканер местности. Который нам особо-то и не нужен. Лестницы. А я говорю, лестницы. Понятно. А, так, вот эта броня идет нахер. Вот эту мы забираем. А, обе эти брони идут нахер. Эту мы забираем, она двухслотовая. Что это? Assault Cannon, Cycler, Shotgun. Понятно. Я надеюсь, эта лестница ведет куда надо. Становая нога, поехали. Сейчас обвешаемся броней просто. Будет шикарно. Броня! Что у нас там? 51-42. О, да, медиум траки, отлично. Отлично. 8-12. Пойдет. 51-50. Мы почти даже без перевеса. Hacking Suite. Спасибо большое, но нет. Power Amplifier. Увеличивает производство энергии на 20%. Жаль, сунуть некуда. Что? Stasis Canceller, да. Херня. Компрессор. Компрессор. Компрессовать будет по серию? Не, не надо. Это же ядро. 10-50. Но у меня улучшенное стоит, так что оно мне нафиг не сдалось. Хотя мы его заберем вместо нашей запаски. Хотя 9-60. 10-50. Ну, ушил на мыло. Верните мне мою запаску. Надеюсь, это не за мной. Колеса армированные. Большие. Терминал, терминал, покажи мне лестницы. Понятно. С этим терминалом вообще можно найти смерть себе. Щиты термические. Сканеры местности, машинган. 20-25 кинетик. Выглядит интересно. Выглядит интересно. Забираю. Ну как запаску. Рекойлер. Давай. О. Это ДСФ. Сто пудов ДСФ. Да, это он. А надо ли нам в ДСФ? А вот ничего подобного. Я один раз побывал, мне понравилось. Так. Хакер, не хакай. А вы были дрын. Машинган в бой. Хорошо, что я обвешан броней. Угу. Что ж, машинган вещь хорошая. Почему? Потому что она не просто стреляет в разные стороны. Потому что она стреляет по разным целям. Если целей много, она переключается на ближайшую. Вроде как. Хотя и не факт. 9.40. Еще одна ублюдина. Ладно, будем надеяться, что эта ублюдина нас не особо видела. Гравмаг. Чем мне гравмаг?
Кого нет, никого нет, а у нас 1% коррупшена. О, ветеран. Здорово, ветеран. Он еще и подмогу вызвал. Смотри, солдат его прикрывает. Все, больше не прикрывает. Так, ветеран отсюда. Нет! Система охлаждения, опа. Движок. Получше. Мы сейчас получаем 9.14, а с ним 10.17. Ну, выбор очевиден. Это нахрен. Стабилизатор отдачи. Да. Вместо системы охлаждения пойдет. Свали. О, сколько их там. Смотри, целый отряд просто. 4 инженера. 2 серфа. Даже, нет, 4 серфа. И около 4 скавенджеров. Блюдки, конечно. Ты, значит, лутаешь, лутаешь там, создаешь им лут. Они приходят и все забирают. Охренеть просто. Ну, вашу ж мать. Давайте я это... Чаржер-то за что? И фильтр туда же, да? Замечательно. Великолепно. Хоть броню повешу. Гребаный ветеран. Ну да, скавенджер уже все свистнул. Шибись. Интерпретатор. Так, терминал. Давай, показывай мне лестницы. Да иди ты. Сам найду. Хакер, ну давай. Хакер. Поиграем с тобой. В игру, чья винтовка сильнее. Кажется, я только что выиграл. Это мы нацепим. Жалко, конечно, терять такие классные модули, как... Эмбуш! Твою мать, стабилизатор улетел. А ты у нас кто, гладиатор? Траки. Карбоновые ноги. Вот это ядро мне нужно. Так что только попробуйте. Сволочи. Украсть у меня. Запчасти. Я, кажется, вижу что-то полезное. Что это? Рейтериевый движок. Это тоже интересный движок. 13.50. Можно взять в качестве запаски. Ноги. Ноги. Саппорт 20. Здесь 15. Не потянут на эти ноги вообще никак. Плазма райфл. Запаска, если только. О, адванс. Почему бы и нет? Дейтерио не нужен, запаску взял. Все, можно текать отсюда. Это что? Рок райфл? Интересно. Магнитный акселератор, да? Не показалось? 20-35? Выглядит интересно. Реактор антиматерии. 16-70. Так, это нахер тогда? Эту штуку я забираю. Мы ее ставим вместо вот этой штуки. И испытываем на месте. Вроде работает как надо. Так, дай-ка мне компоненты. Что в тебя натаскали эти ублюдки? Это у нас есть, это нам не надо. Все хрень. Хрень. Лазер. Полевой. Движок, понятно. Фокальный щит, микроактуаторы, ядро, фильтр материи, энергетический колодец или энергетическая стена? Скорее всего, колодец. Увеличивает хранилище на 350. Угу.
Можно использовать как батарейку. Ну, мне не надо пока что таких приблуд. Мне надо лестницу найти. Вообще. А ее тут нет. А у нас corruption капает уже 3%. Надо торопиться. А тут чего есть? Опаньки. Протонная пушка. 25-29 электромагнитка. У нее там, по-моему, с теплом перебор немножко, не? 75. Из нее стрелять-то хоть можно вообще? С этой протонной пушки. Один выстрел, и она сгораешь, и у нас плавится в руках, да? В слоте. Ее даже взять некуда. Не, хотя вместо particle gun кола ради попробуем, почему нет. Движение, мы перегружены уже. 60-28, как бы, очевидно. Так, здесь лестниц нет. Пойдем проверим эту комнату. Двигаться очень тяжело. Наверное, надо брать ноги. Они хотя бы больше нам веса дадут. Вернее, возможности переносить больший вес. Вернее, возможность переносить больше вес дадут нам. Хотя и не факт. 60-35. Хотя бы можно двигаться без этих сообщений о том, что перевес. Так, здесь ни хрена нет. Там я в ловушку вляпался. Та-та-та-та-та-та. Привет, информер. Давай попробуем мою новую протонную пушку, а? И получилось. Ну, вроде норм. Что с перегревом? Ноль. А? Так, давай ты не будешь. Я говорю, не будешь ты стрелять в меня своим говном. Да хорош. Вот так вот. Так лучше. Херня. Tesla Rifle. 15-23. Ну, нет. Что еще есть? Антиграб. Куплер. Арковский. Анализатор цели улучшенный. Да. Сразу поставим. А что еще есть? Интерпретатор. Карапнутая. Рассеивалка. Снова куплер. Куплер. Материя. Куплер. Понятно. О, ты решил к нам прийти. А! Что, уже можно стрелять? Так, давай-ка ты лучше к нам. А то еще завалит нас каким-нибудь обломком. Будет не очень весело. Давай-давай. Так, вот так-то лучше. Что ж ты такая живучая тварина? О, кажется, он отъехал. Ну-ка, свали. Откуда вы лезете? Я так и знал, что здесь какой-то подвох есть. О, эмбуш. Ну, лучше в нее не попадаться. Хорошо, что мы ее заметили. Ну, все не так плохо. О, это же пастух. И он по нам херачит. В таком расстоянии. Что ж. А? Что такое? Материи мало? А, это не проблема. Материя-то вот она. У нас энергии мало. Это херово. Пиу-пиу. Вот смотри. Вот ты пил. Так, ты умирай. Так-то лучше. Так, ребят, может вы не будете воровать мои вещи? Убери.
Все, валите отсюда, тяжелый лазер. Дерьмовый ховер. Хотя и не факт, интерпретатор сигналов. Нам отбили ногу. Хотя тут есть одна. Если, конечно, Марксман не решит сейчас уйти в мир иной. А, вы парами ходите, да? Понятненько. Ну, что тут поделаешь? Надо ближе к ноге идти. Нога! О, тут хорошие ноги есть. Карбоновую херню можно и выкинуть. Так, анализатор ядра. Второй. Они стакуются вообще? Наполовину. Сойдет. Еще один анализатор ядра. Давай поставим. Плюс 9%. Потери немножко. Тут куча ног. Эмбуш. Ну, я в эмбуш не полезу. Я, наверное, пробью лучше здесь дырку. Я сказал, я пробью здесь дырку. Гребаный инженер тут стоит и отделывает эту дырку. Скотина. Так, с чем ты там? Ох, ни хрена себе. Армированные траки, я надеюсь, кстати, выпадут. Система охлаждения, процессор. Прототип, компьютерное наведение, сайклер, джеммер, броня. Графеновые брейсы? Что это? Криты? Уничтожает криты? Зашибись. Динамическая система изоляции. Реализационная система. А! Его еще инженер закрывает. Ну, зашибись. И не только инженер. Свалили нахрен. Оба. Он прячется от меня. Не-не-не-не, дружок. Давай без этих твоих приколов. У нас скончается материя и... А-а-а, нет! Это была ошибка! Он не умирает. Он все еще не сдох. Мы в жопе. Мы в лютейшей жопе. Просто в невероятной жопище. А может быть и нет. Если они дадут мне уйти... У нас ядро целое, да? Окей. Нормально, нормально. Мы еще поживем. Мне нужно больше немножко энергии. Система охлаждения вылетела. 43, 60. Нормально, нам хватает и 60. Нет, они сломали вообще все! Тропоик, за что? Зачем теперь стрелять? Я только поставил новое ядро, ну. Имейте совесть-то, ну. Я, походу, отсюда голый пойду вообще. Ну да, да, конечно. Карапнутый лазер. Ратник, ставь карапнутый. А, они его сразу же сломали. Прекрасно. Или он вылетел. Как меня достала эта пуколка. Ну да, конечно, да. Ну это какой-то трындец. Но было весело, между прочим. Сегодня на 8000 вышло. Маловато, правда. Эх, там еще какие-то инопланетные технологии есть. Их бы потрогать, было бы здорово. Ну ладно, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.